Всем привет! Так, у нас жара на улице ужасная. Я хотела быстро вам показать нашу закупку с Константином. Вот Константин сидит в багажнике. Сейчас, пока мама будет покупки упаковывать, он здесь будет с колесами играть от коляски. Так, значит, я второй день уже сижу на диете Кима Протасова. Я думаю, многие ее знают. И это диета, которая работает. Я уже не первый раз на нее сажусь, то есть я до беременности сидела на ней, и правда, я не очень долго выдержала, по-моему, только 2 недели, но результаты были, просто силы воли не хватило. И вот сейчас я решила опять посидеть на диете. Значит, закупалась я в Альде, взяла вот такие вот желтенькие помидорки, 3 упаковки, они очень вкусные, сладкие. Огурцы вот здесь вот молодые, айран, 2 упаковочки, паприка, сладкий перец красный. В общем, это тоже что-то типа йогурта, только по... Коляска покатилась. По гуще. Потом йогурт, 1,5% жира. Вот здесь вот в пакетике... корень имбиря. А вот тут вот мясо, это не мне, и ягодки для Константина, малина и клубника. И сейчас мы пойдем еще в Эдеку. И надо купить воду, свеклу сырую и, в общем, еще кое-что закупить. И за все вот эти овощи, которые только что показывала, я отдала 16 евро и 8 центов. Ну и сейчас покажу, что мы взяли с Константином в Эдеке. Это упаковка воды, мусорные мешки нам нужны были, замороженный вот такой вот укропчик. Так, капуста вот такая вот. Держи, Костя, держи. Не выкидывай только. Соевое молоко для кофе, который я буду пить. Сельдерей. И сырая свекла. Вот здесь у нас 3 штучки, 28 центов. Все, вот такая вот закупка. Сейчас едем домой. И эта закупка обошлась нам в 12 евро и 12 центов. На улице жара просто нереальная. Сейчас 10 утра и уже очень душно, невозможно дышать. А вообще сегодня обещают 34 градуса, а завтра будет до 37 градусов. И я думаю, наверное, сегодня мы с Константином поедем в детский бассейн, потому что ну, невыносимо жарко, надо чем-то заниматься, как-то охлаждаться. Дома сидеть тяжело и душно. На улице тоже невозможно находиться. Есть только 2 выхода. Ходить по магазинам, шопинг. Но это с Константином не вариант. И ехать в бассейн. Да, Костя? Значит, поедем в бассейн. Все, выехали с Костей в бассейн. В Германии не часто такая жара. Прошлое лето было такое жаркое. И вот сейчас что-то... И вот в этом году, походу, опять нас жарить будет. Nach 200 Metern der rechten Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt Richtung Hallobrügge Rheinberg zu nehmen. Хотела рассказать, почему я так... Den rechten Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt Richtung Hallobrügge zu nehmen, dann auf K80 fahren. Почему я так резко решила сесть на диету? Что меня к этому сподвигло? Ну, собиралась я уже давно, но не было такого последнего пинка. Я уже давно понимала, смотрела свои видео и видела, что мне пора худеть, уже срочно пора худеть. Но вот как-то самое трудное всегда начало. И вот не было у меня какого-то такого пинка, не было у меня какого-то случая вот такого, чтобы произошел толчок, и я начала худеть. Dem Streckenverlauf 2 Kilometer folgen.
попалась мне на глаза черная юбочка красивая недавно, абсолютно новая, 36 размера. И я ее померила, она с завышенной талией, и она не тянется на талии. И, в общем, да, Костя. Я на нее смотрю и понимаю, что раньше она бы на меня очень хорошо села, и я в нее влезла. Но на талии она мне давит на живот. Вот так вот. Еще один момент, что у меня всегда был тяжелый низ, но у меня никогда не было живота и никогда не было боков. У меня всегда был плоский живот. А тут после беременности, после родов, кормления у меня живот изменился. Вижу, чувствую по своей коже, что кожа уже стала намного лучше. Я чувствую по коже. Четвертый день моей диеты. Мой завтрак. Здесь у меня вареное яичко, помидорки и творожок с укропом. Сейчас я еще немножко это все подсолю и подперчу, потому что соль, перец можно. И тут у меня еще кофе с соевым молоком. Сегодня уже четвертый день. Я как-то не особо вижу, чувствую, что я похудела, но я должна сказать, что я чувствую в теле легкость. И это уже приятно, это уже хорошо. Весов у меня нет, я на них специально не встаю, потому что мне надо результаты видеть по одежде. У меня есть очень много джинс, которые мне узковаты, и поэтому вот когда они на меня будут хорошо садиться, когда надевать их будет легко и удобно на себя, тогда я буду довольна результатом. А весы мне особо не нужны. Вот что мы устроили на балконе. Бассейн. Хотела еще показать мои цветочки, только не смейтесь над ними. Вот так вот они выглядят. Я поняла, что я сделала ошибку, когда их высаживала. Ну, во-первых, как только я их высадила и мы их повесили вот сюда, где они сейчас находятся, сразу же в тот же вечер и ночью был ужасный ветер, сильный, и пошел дождь. И ураган был. И их все побило. Мало того, что у них стресс был от пересадки, так их все побило в эту же ночь. И они вот так вот все согнулись, в общем, опустились как-то. И вот листочки пожелтели здесь у цветков. В общем, не знаю, надеюсь, они отойдут. Я их так потихонечку перебираю, старые цветочки убираю. Ну, вроде как новые соцветия появляются. Вот они. Вроде как должны они разрастись, немножко стать попышнее. Единственное, что я говорю, я сделала ошибку. Константин подговаривается. Я сделала ошибку, что надо было садить не вот так, синенькие цветочки, беленькие, синенькие, беленькие, а надо было садить синенькие, внутри беленькие, и по краям снова синенький цветочек. Тогда оно как-то смотрится гармоничней. А так смотрится непонятно что. Особенно это заметно, когда смотришь... когда стоишь внизу и смотришь к нам на балкон наверх. Ну, что теперь сделаешь? На следующий год буду знать, как садить. А пока я их подливаю специальными витаминчиками и удобрением специальным раз в две недели. И надеюсь, что они разрастутся, выпрямятся, и новые соцветия будут уже нормальные. Вот так вот, 4 горшка. Вот такие вот. Надеюсь, они выживут эту жару. Но, в принципе, насколько я знаю, герань, она неприхотливая. Давай я тебе со спины немножко поснимаю, как ты балькаешься. Бальк, 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 бальк. Сильно много снимать не буду. Покажу, что у меня сегодня на завтрак. Так как в день можно на протасовке съедать одно яйцо. Либо вареное, либо обжаренное. У меня вот здесь вот омлетик. Хотела блинчиком сделать, но потом он порвался и сделала, в общем, так. Помидорка. Здесь, по-моему, 3 помидорки. Петрушка. Огуречек. Не. Вот сегодняшний мой обед. Это не только для меня, еще и для мужа. И если Константин захочет такое, конечно, тоже может покушать. Но я сомневаюсь, что он это будет. Здесь у нас, значит, капуста. Я ее помяла хорошенько, нашинковала, огурец и укропчик. Это очень вкусный свежий салат, прям
Летом пахнет сразу. Вот у меня на перекус. Так вот я нарезала морковку, паприку. Редиска у меня здесь чуть-чуть, я ее не очень люблю, потому что она островатая, мне почему-то не очень. Огурчик, это еще раз паприка, и это сельдерей. Помидорки. И вот здесь я выдавила, значит, зубчик чеснока, добавила укропа. Такая вот заправка. Ну или соус, в который я буду все это макать, вот так вот, и кушать. А это скир или скюр, как это правильно говорится, как на русский переводится, я вообще не знаю. Но это, чтобы вы имели представление, те, кто не знает, это что-то типа сметаны, не сметаны, скорее всего творога с малым процентом жирности. И он очень богат белком, вот, такая полезная штука. Так что вот так вот. Приятного мне аппетита. Дай-дай, что тебе дать? Вот та самая юбочка, про которую я рассказывала, которая очень красивая. Она стала последним пинком, последним толчком к моему похудению. Можно видеть, я еще ни разу не одевала. Это 36 размер. Ой, вот тут ремешок на талии идет. И он не тянется. Сзади молния. Ремешок не тянется. И застегнуть ее можно только на талии. То есть, вот. И она мне не подошла, когда я ее померила. Я испугалась даже. Вот и потом подумала, что все, пора что-то делать. Красивая юбочка. Надеюсь, скоро я в нее влезу. Ну и все, на этом буду, наверное, заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. И всем пока. Опять было видео сделано из отрывков. Как-то в последнее время у меня нету особого настроения снимать. И нету вдохновения какого-то, что ли. Надо немножко паузу сделать, наверное.